Приветствую всех у себя на канале, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Давайте приготовим легкий летний супчик со щавелем. Все ингредиенты вы также найдете в описании под видео. Сразу подписывайтесь на канал и приступим к приготовлению. Кастрюля у меня на 3,5 литра. Воды я уже налила. Добавляю лавровый лист, соль, перец по вкусу. И один кусочек куриного филе. Оставляю вариться до закипания. Пока варится мясо, нарежу картофель вот такими некрупными кусочками. Когда мясо закипело, достаю лавровый лист. Он свою функцию выполнил и больше мне не понадобится. Добавляю в кастрюлю картофель, а вот мясо достаю из кастрюли. Если из кастрюли выкипело много воды, нужно просто добавить еще до нужного количества. Вареное мясо нарезаю на небольшие кусочки. Теперь возвращаю мясо обратно в кастрюлю. Для зажарки мне потребуется лук и морковь. Оба ингредиента натираю на крупной терке. Разогреваю сковороду и наливаю растительное масло. Обжариваю морковь и лук до готовности. Готовую зажарочку добавляю в бульон. Теперь самое время нарезать щавель. Добавляю щавель в кастрюлю. Во время варки он значительно уменьшится в размере. Хорошо перемешиваю и оставляю до закипания. И последний ингредиент – это яйца. У меня здесь 3 яйца. Взбиваю их вилочкой и тонкой струйкой вливаю в кипящий бульон и сразу быстренько перемешиваю. Оставляю покипеть минут 5 и можно будет выключать. Вот и все. Легкий летний супчик готов. Такой суп можно употреблять и в холодном, и в горячем виде. От этого его вкусовые качества не изменятся. Обязательно разнообразьте свое меню и приготовьте это вкусное и полезное блюдо. Всех благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не сложно, а мне приятно. До новых встреч! Всем пока-пока!